Ну что, ресторан, привет. Мы с вами продолжаем проходить Far Cry 4. И в прошлой серии мы с вами узнали много чего нового. Нас тот чел бросил. Ну, ты скажешь, какой? Посмотри обязательно три предыдущих серии, да, записываю подряд. Они реально это, ну, всем они связаны, там, ну, ты понимаешь, о чем я говорю, в принципе, да. И кое-какую информацию узнаешь тоже. Вот. Атаку, Саш, поудобнее, надевайте политик обязательно, придите на куш, принципите копите или пизяду, и при этом просмотра. Мы, собственно, продолжаем проходить с вами Far Cry 4. О, привет! Так, вот, остановились мы стоит здесь, собственно, да, мы здесь после зданиства появились и больше ничего не делали. Только прочитали там, ну, письма кое-какие, да, которые я заскринил. Спрашиваю, ну, можешь, в принципе, посмотреть, три предыдущие серии посмотри, там важная информация, да, есть, как минимум в двух позапрошлых видео. И в предыдущем видосе есть... То, что я читал письма там два, которые нашел на вышке, когда сам там добывал для кольчуги, для вот этого все, конечно, добывал ресурсы всякие там, да. Вот, еще, если хочешь посмотреть прошлую серию, ссылочка, нет ссылочки в описании, но чуть ниже описания пускаешь, там будет прикреплен видос, да, подсказочках будет прошлой серии и плейлист также с помощью игры, и там еще там другие игры будут прикреплены, да, серии по другим играм. Вот, смотришь, как это сделать. Телефон чуть ниже описания спускаешься, с компьютера вверху справа, вот, кстати, знак нажимаешь и, собственно, увидишь подсказочки. Вот, ладно, давай с тобой кое-что сейчас поделаем. Вот так вот, собственно, я сделал, да, то есть поменял снайпу. Теперь будет очень хорошо теперь будет, очень хорошо. Где мы вообще, блядь? Мы в своем доме, что ли? Да. То зачем я жилет покупал? Вот он тут есть. Как ты сюда забрался? Вход же закрыт. Вот они делают, блядь, задание, нахуй. Пиздец высоко. И как мне туда забраться? Подожди. Тут я не могу никак забраться. Никуда вообще. Все, у меня здесь нет ничего. Нет прохода. Как мне к ней, блядь, забраться вот сюда, нахуй? Вон она где, блядь. А, блядь. Прошу прощения, ладно. Ладно. Да иди в пизду, блядь. Здесь нам не пройти, но можно... Ну вот попробуй, блядь. Амита, для меня есть работа? Есть. Мы смогли освободить людей на юге, но до севера нам не добраться из-за Королевского моста. Пора сразиться с Пейганом Мином на его земле и освободить север. Так, мост защищен. Ворота сделаны из взрывостойкого бетона. Тут даже С4 не поможет, не говоря об остальном. Атаковать в лоб у нас не получится. Так что будем делать? У меня есть план. В колонне есть грузовик с химикатами. Твоя задача — захватить грузовик, подогнать вплотную к воротам и взорвать их. Если пробьемся на север, ты будешь на шаг ближе к Юме. Хай, спасибо, что упроваживаешь меня сразу же. Спасибо.
Так, ну погнали, что, погнали, бензовоз. Бред ебаный. Можно его проверить, костюм Крылова реально есть или нет? Есть. Аджай, в мосту собираешься? Да, но для начала перехвачу колонну. Нахер, брат. У солдат есть грузовик, осталось только угнать его. Отправляю координаты. Мост важен для Золотого Пути. Не дай Амиде записать его на свой счет. Мы делаем это для твоего отца и для детей Киры, помни? Что за хуйня, блядь? Охуенно. Мразь такая, блядь. Просто прострелом, блядь. Бля, хорошая снайпа. Мне она очень нравится. Очень хорошая снайпа, очень хорошая снайпа. Забал я на грузовике, еду к воротам. Удачи! Они заплатят за все. Пиздец, заебал.
Давай. Ну это пиздец, блядь. Такой гандон просто сидит, стоит, блядь. Ебла на кусок, нахуй. Давайте, мрази, блядь, поиграем сюда. Давай, давай, поиграем, блядь. Сабал, я захватил мост. Включаю тебя. Понял. Аджай, мы на подходе. Но к тебе идет королевская гвардия. Придется справиться самому. Мы не успеем, брат. Нашу родину надвое. Теперь север снова открыт для нас. Слава Кире! Собратья, единоверцы, восстаньте и поддержите нас в борьбе за нашу страну и уклад жизни. Бать, что, блять, что? Что? Покончим с этим!
Да, блядь, ну серьезно. Это бред ебаный, товарищ, блядь, вы будете играть или нет? Блядь, так мне заебло это реально. А как мины взять, блядь? Мне похуй, долбоёб. Поехали, блядь. Это, блядь, это невозможно, на! Ой, блядь, все пизда, нахуй. Это пиздец, блядь, я хуй знает, ребят, как. Я сейчас понял, как надо. Мне похуй, долбоёб. Я тебя сам скормлю. Кого ты, блядь, скормишь? Блядь, ну это пиздец какой-то, нахуй. На нахуй, блядь. Что, позасали бибу, блядь? Ребята, вы такие конченые, нахуй. Все, надеюсь. Пожар! Осторожно! Бойцы Золотого Пути вышли к мосту. Они помогут тебе. Иди к ним, брат. Ты можешь гордиться собой. Такой бред, блядь. Балом. Вместе воздадите должные почести великим богам. Какой бред. Просто бред. Вот это можно было изи пройти. Хорошо. Просто, блядь, на это бред. Смотри, хотя бы ту вышку захватим, чё. Так, для разнообразия просто. Я не сдамся, я скоро продолжу. Да всё, всё, иди, блядь. Продолжай борьбу. Продолжай. Так, погнали, башню тут захватим, чё, блядь. Когда это так и включусь. На нас напала армия короля. Так, поехали, мы сами приехали.
Уходите, парни! Прикройте! Я наверх! Осторожно! Ищите! Здесь труп! Найдите, кто это сделал! Как? Да, понял! Ты где сидишь? Трус! Может, это засада? Может быть. Где еще одна сигналка? Я знаю, там кто-то есть. Где еще одна сигналка, блядь? Нет, он там, наверное. А, вон он там. Ты меня не заденешь! Кого, блядь? Блядь, идите нахуй, ребята. На нахуй, блядь. Что, блядь, как? Смотри, хочешь через стену? Смотри, смотришь? Попал. Не хочешь простреливать, наверное. Хороший снайпа, хороший. Так бы всегда, так бы сразу, блядь. Как хорошо, блядь. Понять, что это наша территория. Спасите, прошу. Так, поехали. Погнали их пройдем. Снова, блядь. Или либо пойти с табала пройти. Давайте их пройдем, чтобы нет. Обсуждаем, обсуждаем. Блин, получилось? Ну, я тебя откачал, что скажешь? Ну, это... Теперь ты давай. Я? Не-не-не-не-не.
Аджай! А, да, точно! Не парься, Аджай, у меня хорошее предчувствие. Да, осуждаю, осуждаю. Называем его Кальян. А мир полон радужных картин. Я об этом пожалею, да? Осуждаем, осуждаем. Снова будешь в меня шприцом тыкать. Блин, а ты злопамятный. Если чё, откачаем, чувак. Да, я служил красным инженером. А осуждаем, осуждаем. Ничего, блядь, не учит, нахуй. Главный герой ничего не учит, блядь. Просто, блядь, ну... Я хуй знаю, что сказать еще. Че это такое он? Че за красная он? Иконка. А, это вышка. Что за черт? Где я? Все хорошо. Ну я ради чего живу в этом мире? Вопрос. Что за анархия происходит вообще? Шивая-шивая. Он пришел издалека, ему нужны ответы. У нас есть ответы. Yeah.
Да ебать, что ты делаешь? Ой, боже. Внимание, таможенному инспектору. Я думал, мы договорились о том, что ты перехватываешь все связные, связанные с Клинагом. Артефакты, которые везут в храм Джаленду. Но ты этого не делал. С чего я это взяла? Да с того, что я продолжаю видеть Джаленду реликвии Клинага. Я могу сделать только один вывод. Ты меня не понял. Я забрал твою жену, она будет моим новым переводчиком. Возбежали подобного недопонимания в дальнейшем. Я ясно выразилась? Юма. Понятно. Ну так вот, вот так вот. Он просто не ожидал, что у меня снайпа появилась, понимаешь? Как здорово! Бред какой-то, блядь. Я его достану. Бля, да отсосешь ты хуй, блядь. Сука, иди сюда, нахуй, мразь. Что происходит, блядь? Просто они, знаешь, они даже не мажут вообще, блядь. Очень странная тема, но... О, все, идите в пизду, ребята, Бегамин напоминает, он все еще правильно
Но честно скажу, я не сказал бы, что Пейган, типа, Пейган прям злой какой-то, знаешь, какой-то антагонист жесткий. Не сказал бы. Не сказал бы, реально, не сказал бы. Нет, в плане, типа, да, он, возможно, жесткий управленец, но не сказал бы, чтобы он, знаешь, прям... Что он прям злой по отношению к нашему главному герою, да? Что наоборот, он переживает даже, то есть, ну, как бы очень странно. И теперь понятно, почему в самом начале есть выбор, дождаться либо уйти. Если ты дождаешься, у тебя концовка сразу же идет. Это понятно теперь почему. Потому что он не является прям таким яростным антагонистом, я считаю. Ну, это бред. Хрен, а пчелы откуда появились, блядь? Чего ахуя, блядь? Ну ладно. Когда я так включусь. Мы с вами доехали. Сабал, я прошел мост. К северу от тебя Уткарш, процветающий под властью Пейгана, если верить его словам. Золотой путь есть и там. Никто не знает север лучше. Ты должен встретиться с ними. Дерьмо! Орел, блядь. Встретись по станции Уткарш. Погнали. Они ждут тебя внизу. Ебать, это что здесь вообще? Ничего себе. Ничего себе. Аджай, спасибо, мы снова с золотым путем на юге. Скажи Амите и Сабалу, что мы готовы. Цели уже... У вас тут чудный... Пейка. Чудный дом. Нет, просто... моя семья... Ой, а это волшебно. Красное дерево, да? А вы идеальная пара в придачу к дому. Практически соль земли. А мне говорили, что истинное воплощение гостеприимства Уткарша — это, без сомнений, Ранас. Мы у многих спрашивали... И все буквально в один голос подтверждали. Они само гостеприимство. Примут любого. Ну, конечно, его не я видно, да, блядь? Я сперва не поверил. Напросился в гости. Как говорится, доверяй, но проверяй. Милашка. Понимаете ли, я хотел предупредить. Да, сэр? Точно. Итак, вы могли не знать, но от меня не укрылось, что вокруг есть крайне недостойные люди. Я боюсь, что эти люди, эти террористы, воспользуются вашим гостеприимством, повредив вашей репутации. Мы же этого не хотим, правда? Нет, сэр.
Нет. Ну, вы позволите мне защитить вас и сохранить вашу репутацию? Конечно, король Мин. Ваше желание – закон. Рад, что мы с вами договорились. Что ж, не буду вас отвлекать. Да, еще одну минутку. А еще говорят, что я далек от народа. Нет, осуждаем, тебя убьют. Осуждаем. Я за Бейгена. Осуждаем, осуждаем. Собал, вижу Бейгена. Я преследую его. Что? Ты уверен? Так точно. Ты справишься, брат. Преследует какой-то козел на гирокоптере! Избавьтесь от него! Мочите эту мелкую гадину, живо! Я почти добрался! Прикройте! Что, финал, что ли, блядь? Реально он. Да ну нахуй, серьезно.
Джай. Скучал по мне? Ну, конечно же, скучал. Пейган? Я же убил тебя! Нет, ты просто лишил меня отличного двойника. Знаешь, во сколько он мне обошелся? Он даже не был азиатом. Из Мельбурна, вроде бы. Его единственный грех — потрясные скулы. Думаешь, чей это портрет на деньгах? Ну ладно, так уж вышло. Думаю, в следующий раз встретимся тет-а-тет. Пиздец. Жесть, жесть. Двойник, двойник. Ну, видишь, продуманный, продуманный. Я просто не понимаю мотив. Типа, не понимаю мотив, понимаешь? Не понимаю мотив, типа, его, ну, так не поступать. Типа, он, ну, наоборот, довольно-таки, ну, переживательный и хорошо относится к нашему главному герою. Типа, какой мотив? Непонятно, какой мотив реально. Он даже вначале сказал, что, блин, давай, окей, я тебе помогу, типа, ну, твои просьбы, я тебе помогу без проблем, то есть, какой мотив? Непонятный мне мотив, реально. То, что у типа, золотой путь, типа, вот вся эта хуйня, блядь, вот это, типа, ну, хер его знает на самом деле. Я бы не сказал, что именно из-за этого, типа, из-за этого нужно прям реально, вот, знаешь, его гасить. То есть мотив мне непонятен 100%. Как бы... И как бы понятно, почему, говорю, мне теперь понятно, почему вначале оставили то. Мне теперь понятно, почему вначале оставили, типа, ну, всю эту тему. В плане оставили... Оставили то, что, типа, ну... Можно просто дождаться и все. Не сдаемся! Наверху! Наверху! Твоих пуль я не боюсь! Огонь не прекращать! Ай! Я спускаю! Понял! Я народу положил исчезть! Умоляю! Ебать, что вы делаете, бля, ребята? Ебать, что за хуйня, блядь? Вот, и мне, в принципе, понятно, почему они вначале оставили это дело. Это прикольно. Но мне мотив вообще непонятен. Реально, мотив мне вообще непонятен. Давайте, мрази ебаные. Так что вот так вот, ребята, так что так. Но честно я говорю, мне мотив непонятно за что, типа, так с ним поступать. Типа, я говорю, реально, из золотого пути, типа, что вот, там, так сказали, типа, Сабала, Амид, что, типа, золотой путь нужно продолжить, там, да. То, что начал отец, вот, наш главный герой и тому подобное. Но это бред. Это не мотив. Это просто, знаете, ну...
Это просто иллюзия мотива, но на самом деле это не мотив нихуя, блять. А сам мотив мне непонятен, он наоборот, типа, ну, по-доброму относится к главному герою, реально по-доброму, то есть, ну, даже в начале, заметьте, когда он начал какую-то херню творить, он сказал: ой, извини, что тебе приходится это видеть, ну, не так, типа, знаешь, я хотел тебя встречать, да, и тому подобное. Потом он уже сказал, что типа хочешь там кто-то, типа у него есть определенная цель. Он сказал, типа, погнали, я тебе помогу, без проблем, погнали, долетим, типа, помогу. То есть, понимаешь, видно, что Пэган, что он здесь не антагонист, явно, он не антагонист, 100% не антагонист. Ну, в плане, персонаж, возможно, антагонист, да, типа, ну, по сюжету якобы, но по факту, по его репликам, я бы не сказал, что он антагонист, а прям какой-то злодей, нет. Наоборот, совсем наоборот. Поэтому и непонятно на самом деле. Поэтому и непонятно вот эта история, типа, давай, отомстим, а? Да что, блять? Он реально хорошо относится, ну, типа, к главному герою, он относится хорошо к нему. Да, у него довольно-таки, знаешь, такая, ну, возможно, в плане управленца он очень строгий, очень жесткий, да, в этом плане. Но по-другому никак, наверное, знаешь. Типа, его боятся, да, его все боятся, возможно, да. Но в этом и прикол, что никто туда не будет, не боится против него, потому что все боятся его. В этом и прикол. Ему по факту никак по-другому он не сможет управлять, типа вот такой большой, типа нашей страной, типа не страной, не знаю, что это, островом. Бля, осуждаю, осуждаю. Поэтому я говорю, по-другому, возможно, нельзя, знаешь, поэтому он так, ну, он в плане управления, да, он жесткий, да, не спорю. Но в целом, я бы не сказал, чтобы он прям, знаешь, что он прям антагонист, я бы не сказал, на самом деле. То есть, ну, я бы не сказал, что он прям, да, блядь, ты заебал. Заебал, блядь. Поэтому не знаю, за что, за ш... солдат армии короля. Оружие и снаряжение — собственность Пэгана Нина. Взять их — значит обокрасть нашего лидера. Поэтому, честно, я даже не понимаю, за что, типа, какой мотив всего этого. Я не понимаю, поэтому, ну... У него мотива такого жесткого нету, знаешь. Как сюда, блин, пролезть? Это для меня мотива этого не, ну, тут нету по факту мотива никакого. Ну, но это если говоришь, знаешь, прям не углубляться, поверхность говорю. Ну, как поверхность говорю, так как по факту есть, как я это вижу, как ты нам показываешь, что, ну, по факту, ну, ничего плохого главный герой ничего не делал. Даже после того, что то, что мы сейчас с вами делаем, даже после этого, да, он зол, но он ничего плохого не делает ему. Потому что он понимает, что, ну, ему промыли мозги, возможно, не знаю, или что-то типа того. И как бы хер его знает на самом деле. Охуенно. Пизда, да. Не, может, я не прав, ребят, но я это вижу так, и нам показывают так, поэтому да, это чисто мое мнение такое насчет этого всего. Запрещаю.
Сейчас было бы очень, блядь, жестко, нахуй. Возможно, вне серии захвачу те самые аванпосты. Может быть, ну, в следующих сериях захватим с вами по одному, по два аванпоста. Я говорю, между сериями в любом случае буду тут играть еще, знаете, захватывать эти аванпосты, чтобы, ну, было попроще сыграть, и все. Так, мы с вами приехали. Серьезно, блядь. С тобой приятно иметь дело. Да. Поехали. Намасте. Аджай, ты как раз вовремя. Пейган выходит в эфир. И о чем он? Без понятия. Думаю, скоро узнаем. Добрые люди Керата, думаю, вы будете рады узнать, что слухи о моей смерти были несколько преувеличены. Я жив, и в мире все в порядке. Но жизнь — это перемены. И я призываю вас, жителей Керата, взять пример с меня и увидеть в этом благо. Перемены требуют силы. Но у меня нет повода усомниться в вас. Да, признаю, перемены коснулись и моей организации. Мисс Нур и Пол де Плёр решили покинуть меня после многих лет службы. Ну что ж, пожелаем им удачи во всех будущих начинаниях. И нам тоже нужно смотреть вперед, не назад. Покушение на мою жизнь — это не более чем... жалкая попытка противиться переменам. Знаете же, Юма Лау, мой главнокомандующий, моя правая рука, которой я целиком и полностью доверяю, защитит меня от любого убийцы. А
она готова умереть, спасая мою жизнь. Ну же, давайте. Проверьте, на что она способна. Подытожим. Перемены — это хорошо. Осознайте, ваш король жив. Радуйтесь. Юма, мой неусыпный страж, ждет. Рискните. Да, сейчас нас, сейчас, как всегда, нас отправят, а сами будут отсиживаться, заебись. Похоже, он бросил нам вызов. Шахты. Ты все знаешь? Да охуенно, бля, ребята. Может, вы сами пойдете, нет? ОТВ. Контроль соблюдения техники безопасности в Дургеше. В продолжение вы найдете образцы нашего улучшенного аэротоксина. Мы нашли новый вид гриба Яцагунбу, который оказал гораздо более сильный эффект на подопытных. Осуждаем. Кстати, исследования мы засвидетельствовали потрясающие результаты в области подавления воли и заражения подопытных, страдающих от навязчивых зрительных галлюцинаций. Мы будем держать вас в курсе событий, но я полагаю, это революционное решение наших нынешних проблем с безопасностью в тюрьме Дургеш и Керазе в целом. Да уж, осуждаем. Совершенно секретно, отчет от экспедиции номер 4. Генерал Юма, прошу подойти, следует ли нам продолжать поиски. Мы потеряли в горах половину людей и до сих пор не нашли никаких следов Шангрила. Ханка или монастыря, который, по данным разведки, должен тут находиться. Для продолжения раскопок нам нужны дополнительные людские и материальные ресурсы. Солдаты пребывают в унынии и страдают от высотной болезни обморожения. Ожидаю ваши приказы, лейтенант Ядав, первый полк ракшасов. Свитки на санскрите. На всю страну удалось найти одного человека, читающего на санскрите, а Деплер притащил его полумертвым. Прежде чем истечь кровь, он успел перевести несколько отрывков из свитка, добытого последней экспедицией. Демоны вторглись в Шангрила. Не из этого мира, не от ясного ума. Кто-то что-то жаждет заполучить Шангрила. Что за демоны? Защитники Ракшаса? А голос? Это был Калинанг? Нужен другой переводчик. Ну ясно, блядь. Что это было? Теперь в моей шамбре. Ладно. Что происходит? Ничтожество! Пейган послал мальчишку убить меня? За все, что я для него сделала? Он был бесстрашен, пока не встретил твою шлюху, мать! Его было не остановить! Сюда. Ну что? Ну пошути, бля, пошути, нахуй! Ты выше своим народом, объединишь саммит, ты обеспечил свое наследие. Осуждаем. Что, у него вообще крыша поехала, нет? Осуждаем. Снегин стал слабым. Она сделала его тенью того, кем он был раньше. В тот день он перестал быть королем. Сломался. Стал слабым. Против самих
обсуждаем, что у него реально крыша поехала, что нет? Не у Лангера, а у Сабала, чем Сабала. Куда мне идти, блядь? Не залагал, а вот все вижу. О, тут самый лук, заебись. Тут самый охуительный лук. Бля, еще мне с лука дали стрелять. Блять. Еще она обезумела тем, чтобы найти типа Шангела, типа того. Правильно понимаю? Я лгала себе. Думала, он станет прежним. Он должен был. Но нет. Почему должен был, блядь? Сломанное не склеить. Он слаб. Но Пейган. Мой, может... Не сломила мир. Не сломила и эта страна. И тебе. Это не удастся. Мать, может это ты, типа, ну, ебанулась или что, блядь? Ты видел вообще, пиздец, вот полетели в стратосферу, блядь? Что происходит, блять, вообще? Ну, я так понял, типа, что-то связано с Шангрела. Она, типа, хочет найти вот эти слитки, чьи не слитки. Я понимаю, блядь. А вот и я.
черта. Ладно, хватит игр. Шоу, Куа. Мать, можешь, блядь, ну, нормально поговорим? Или что же ты устраиваешь какой-то цирк, блядь? Мы оба знаем, чего ты хочешь. Чего, нахуй? Ну, чего? Скажи, блядь, давай, блядь. И без игрушек. Шоуку. Пора умереть от жахи. Блять, что происходит? То, что не смог выиграть. Я убью тебя. Кормлю пепел твоей матери. Где, блять? Свинья. Где? Пизда мне, да? Ну это пиздец, блядь, как нахуй? Да иди ты нахуй, ёпта, блядь. Такая хуйня, да? Блядь, да что ты ж пиздец нахуй? Бля, мне пизда сейчас будет, мне пизда сейчас будет. Что за хуйня? Давай, давай, давай. Где мразь это, блядь?
Давай еще жестче в пулю, блядь. Блять, это как пройти эту хуйню, блять, теперь? Да пошел ты нахуй, Тори, бана, блять. То, что не смог, я убью тебя. Скормлю пепел твоей матери. Стринья! Ты смеешься, блядь. Ой, это пиздец. Пиздец. Да как, блядь, вы ебанутые? Бля, Ubisoft, ты ваш рот ебал, честно, блядь. Ну, чё могу сказать, нахуй. Дай мне отойду чуть-чуть, блядь, это вообще пиздец, я хуй знает как. Я хуй его знает, ну благо, что, блядь, хотя бы тут нас, да, восстановили, блядь, а не с самого начала, ебать. Поехали, ёбаный в рот. Где мрази? Где? Жесть. Необычное задание, необычное. Прикольно сделано. Сабал, Юма мертва. Хвала Панашуру. Вот она, воля Кирата. Махан гордился бы тобой и твоими деяниями, брат. Теперь освободи Кират. Убей Пейгана. И все закончится. Все, ребят, финал. Финал. Я ощущаю это в воде, я ощущаю это в земле. Видения никогда не лгут, видения сказали все свое слово. Юма моя бедная, во имя Господа, ты умрешь. Прости за откровенность, но это чисто правда, яснее не скажешь. Ты познаешь худшую судьбу из всех возможных, если не сбежишь. Беги. Беги, сломя голову, беги, пока Кират не останется смутным воспоминанием. Это твой единственный выбор, сэр Нейджел. Так, давай, если это финал, давай тогда с тобой... Давай-ка мы с тобой на этом закончим. И в следующей серии поделаем вот это А, букву А, швиш, Н. Что еще есть? И Лонгина. Хёрк и Лонгина пройдем с тобой. И тогда финал будет в следующей серии. Спасибо за просмотр, такая серия была. Интересное задание, прикольненько, необычно. Увидимся в следующих сериях. Давайте.